когда я встаю и занимаюсь утром, да, у меня заряд бодрости на целый день. У меня гармонизируется время, то есть я все успеваю. Бывает, делаю упражнения перед выступлением каким-то, и мне дает это уверенность. И я тогда отлично все сдаю, там экзамен. Я занимаюсь торговлей, плотно работаю с людьми, часто провожу переговоры. Возникает много всяких ситуаций, конфликтные. Практика мне помогает все решать по-доброму. Я научился думать об интересах других людей. Это приводит к тому, что люди начали доверять. Появилась легкость, и она осталась навсегда. Вот я 5 лет почти занимаюсь, она все время у меня есть. Falun Dafa предлагает огромный набор духовных законов, которых мы на самом-то деле раньше и не знали, но которые можно применять в жизни своей, которые также работают, как и физические законы. Совершенствование добавляет краски в эту жизнь. Чем сложнее среда, тем выше можно подняться в духовности, тем больше испытаний. И когда проходишь это испытание, тоже внутренняя радость. Действительно счастлив, что прошел. Вот конфликтные ситуации исчезают, потому что когда ты ставишь интересы другого человека на первое место, выше, чем свои, человек это чувствует и видит, что ты хочешь позаботиться о нем, что ты хочешь ему помочь искренне. Ты становишься чище и легче, и прозрачнее. Чувствуется, как будто какое-то сияние вокруг.